со своей первой супругой Юлией Юдинцевой, а актер Алексей Панин расставался с большим скандалом. А дочь Анну родители делили между собой долгое время. Изначально девочка должна была жить с матерью, но ее похитил родной отец. В результате Аня, которой всего 13 лет, живет с бабушкой в Санкт-Петербурге, а папа с новой подругой проживает в Испании. А вот с мамой девочка не хочет иметь никаких дел, хоть та и хочет помириться с дочерью. По решению суда политический деятель Владимир Слуцкер воспитывает один двоих детей – Михаила и Анну. Как известно, его бывшая жена Ольга не смогла справиться с материнскими обязанностями, она не интересовалась состоянием здоровья детей и жестоко к ним относилась. В суде показания против нее дали няня и шофер семьи. Да и сами дети, в частности, пятилетняя на тот момент развития событий Анна, не были в восторге от перспективы остаться с матерью. А вот Дмитрий Шепелев стал отцом-одиночкой после трагической смерти Жанны Фриске от рака. Сына Платона он старается оградить от излишней публичности и не берет с собой на светские мероприятия. Зато Шепелев поддерживает интерес сына к музыке, Платон пишет песни и играет на музыкальных инструментах. В будущем мальчик, по словам отца, поедет учиться за границу. А пока Дмитрий дарит ребенку время на то, чтобы ощутить детство. А буквально недавно стало известно, что у Платона появился братик Тихон от новой мамы Екатерины Тулуповой, у которой от первого мужа уже подрастает дочь. Мы публикуем новости и пишем о том, что интересно. Присоединяйтесь, если и вам интересен мир звезд, знаменитостей и шоу-бизнеса. Лайфхаки и полезные советы для дома и семьи.